Доброе утро, друзья. 31 марта, 6:30 утра. Только собаки радуются снегу. Хорошо, что не 1 апреля, да, Синди? Ой, досик, блин. А, мустанги радуются. А, снег фигачит. Как конь. Досик, ты как конь. Арсентий тоже как лошара. Да. А, весна называется, да? Снег перестал вроде идти. Сейчас 8 утра. Ой, недовольные. Пошлёпали. Видите, у них пузо торчит. Сейчас покажу. Вот и вот, вон пузо, под пузом. Это яйцо хочет снести. Еле отходит. Друзья, привет! Это опять Зинаш. Сегодня 31 марта. На улице снег шел с утра. Сейчас подтаяло, снега нету. Ложусь, блин, спать охота. Думаю, посплю. Спать неохота. Сон проходит. Лежу, глазами лупаю. Думаю, надо хоть в подвал спуститься. Петли-то когда купила? Думаю, хоть сделать. А не тут-то было, смотрите. Это мама в дом вот включила. Вот. Дверь уже сделала вот так, да? Вот выпирающая. Думала, о, будет к самый раз. Принесла петли. Думаю, сейчас навешаю. А не тут-то было. Надо, чтобы вот так открывалась, Жанна. Чтобы вот так открывалась. Вот так, к примеру. Вот так набить, да? А здесь немножко выпирает она. Ну, думаю, ладно, вот так сделаю. Все сделала, к примеру, да? И... А теперь оно как? Оно никак. Видите? Отсюда вывод. Вот эту штучку нужно так срезать. Здесь-то она пускай останется, а здесь она нужно срезать. Понятно? Не все так просто. Здесь срезать. Вот так и вот так. Так ее примастечить. Ой. В своих калошах, блин, запутаешься.
проверить. Совсем другое дело. Куртку сниму. Что-то жарко стало. Хотела отверткой прикрутить, а потом думаю, здесь же березовые. У меня, наверное, сил не хватит на них. Поэтому подключу сейчас этот дрель, шуруповерт. Так, где? Надо, наверное, вначале маркером точки наметить, чтобы она открывалась. Одну сюда. Так, в эту сторону открываться будет, да? Чтобы еще между сеткой попасть. Ой. Так. 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 Сначала отвертка попробую. Понятно, еще и не заходит этот саморез. Сейчас я вас подвину, то вы, я вас сейчас задену, ведь я могу. Дальше не закручивается. Попробую пока так. Ой. Когда я поеду, яйца покупать, я не знаю. Наверное, надо заранее же у людей спрашивать, потому что, блин. Ты смотри, и до конца не закручивается, дерево какое плотное. Блин. Ладно, попробуем. Блин, надо было сюда вначале набить, потом
на этот, на дверцу. Вот Семен Семенович, блин. Что, раскручиваем? Дверцу-то легче потом придерживать. А как я сейчас буду прикручивать? Век живи, век учись, блин. На веранде же тоже вначале на дверь петли набила, а потом уже дверь навешивала же. Так. Сейчас их прихвачу вначале. Так, одно. Где там еще? Ой, твою дивизию. Здесь еще полумрак, блин. Для перепелок самый раз. Для меня полумрак. Надо было саморезы взять самые короткие для этих, для гипсокартона. Вам видно, не видно? Вам что я делаю? Наверное, саморезу розень. Вот этот вроде нормально закрутила. Пока на две. Так. Будет здесь вот так. Ой, будет колыхаться, видите? Ладно, сейчас я второй примерю. Так, это будет здесь петля. А это будет бы подержал. Так. Ой, шевелись. Вот вроде. Прихвачу. Я же говорю, блин, я не умею отдыхать. Пока лежала, сейчас на комментарии отвечала.
Потом какое-то видео включила. На сон клонит. Выключила телефон, легла, думаю, подремлю. Фиг. Лежишь, и мозги в какую-то сторону крутятся. Ух ты! Блин. Ой. Пока так прихвачу. Так, а теперь надо вот к этим прихватить, потом с этим шуруповертом попробовать. Не заходит, блин. Ну-ка, это дверца. Сейчас надо вот эту прихрачить. Ой, твою бабушку. И дальше. Ой. То ли веревкой привязать. Повыше. Сейчас попробую открыть. Открываешь и такая, виу.